самое главное, что мы живем и мы работаем и продолжаем поставлять газ нашей экономике и во все наши дома. Вы знаете, какое сейчас сложное время, не буду повторяться, и тем не менее нам всем нужно быть активными и нужно быть ответственными. Поэтому компания, повторюсь, работает, все наши участки открыты, работают все дистанционные каналы коммуникаций. Пожалуйста, наши участки открыты для клиентов с 9 до 14.00 в Одессе и во всем регионе. Работает наш контакт-центр круглосуточно, работают чат-боты, работает мессенджер в Фейсбуке. Мы готовы отвечать на все вопросы. Я хочу поблагодарить наших клиентов за то, что в такое сложное время они оплачивают регулярно платежи, и мы собираем порядка 70-75% от поставленного газа, и это дает нам возможность резервировать газ на будущее. Газ есть, газ будет. Еще раз скажу огромное спасибо нашим клиентам за то, что они с пониманием относятся, несмотря на то, что значительная часть одесситов временно уехала, они все равно через дистанционные сервисы продолжают оплачивать. Нужно держаться, и мы, безусловно, победим. Все будет Украина.